Друзья, привет! Очень хорошо, прекрасно, что многие занимаются проблемами боли в спине. Я тут вот показал несколько упражнений, пару комплексов дал, и вот люди занимаются. Вот, значит, о чем сегодняшнее видео? О том, неком таком приеме, как бы противоречащем мне самому. То есть я все время там занимаюсь. А сегодня я буду говорить о другом. О ситуациях хронической боли в спине, когда человек начинает заниматься, занимается. У него боль вроде утихла, но до конца не уходит. То есть вот это вот, что пела поясница, и вроде и растянулся он уже, да? И вроде уже у него все, то есть занимается длительно, и растяжка уже есть, и мышцы уже появились на пояснице, и все у него уже, вроде все. Но вот какая-то вот у него вот это вот торчит, вот это вот что-то не то вот там в пояснице, и все. Вот ты хоть вот ты умри вот. Уже он и это делал, и это. И ну, бывает там и в клинику ходит ко мне там. Люди там ходят, вон она и болит у него поясница, болит. Вроде как уже все и пройти должна. Значит, от чего это происходит? От того, что и вроде даже массируем там, и вправляем там, и все равно болит. От того, что утомляются, не могут никак восстановиться связки, держащие в основном пятый позвонок и крестец, вот эти связки. Вон он, крестец. Крестец S называется, а поясница L. L5, S1. Вот этот диск. И вот тут есть связки, которые держат, грубо говоря. Ну, чтобы поясница с задницей соединялась у нас, с крестцом. И вот эти связки никак не могут восстановиться. То есть на них все время нагрузка идет, статичная. Вот вы входите просто и так далее. Вот, тогда единственный вариант, как избавиться от этой хронической боли, когда вы уже позанимались, не сразу это делать, то, что я скажу, потому что большинству поможет просто занятие. А вот когда вы занимаетесь, болит собака такая, что делать, непонятно. Это в течение нескольких дней не просто не заниматься, а можно сказать, целыми днями лежать. То есть от 3 до 7 дней просто лежать. Еще раз повторюсь. Мышцы у вас есть. Растянули вы все, да? То есть не надо здесь вот мои слова как-то неправильно понять. То есть это для тех, у кого мышечный корсет наработан. У кого растяжка хорошая, бицепса бедра, передней поверхности бедра, квадрицепса. У кого все это сделано, но у них все равно не проходит боль. Вот неделю полежать, ничего не делайте, просто лежите. Мышцы у вас за это время не уйдут, ничего с вами не произойдет. А вот эти связки, они без нагрузки, но с хорошим кровотоком, потому что у вас мышцы-то сильные, наработанные, и растяжка есть. Ну как лежать? Мы встали в туалет, там, поели, попили. Главное не сидеть, а лежать именно. То есть либо стоя вы куда-то пошли, там, вот, там сели, поели быстро и опять легли. То есть вот как бы такой вот горизонтирующий режим, режим горизонта. Вот. Это всегда очень хорошо помогает таким людям. Таких людей немного, в основном все-таки помогают просто упражнения. Ну, там начинают делать упражнения, которые я показал, им легче становится. Но бывает такой вот случай затяжной, там, да, месяц, второй, третий делает, и как бы, ну, ничего не получается. Вот тогда вот воспользуйтесь этим советом. С вами был любящий вас доктор Шишонин. Будьте здоровы, люблю, целую, пока. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. После того, как вы нажали «Подписаться», вы подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления» и «Сохранить». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина.
видеофильмы доктора Шишонина, запись на бесплатное обследование в клинику. Будьте здоровы!